Крупнейший инвестиционный проект в истории сельского хозяйства региона. Один из лидеров по производству колбас и мясных деликатесов компания «Дымов» еще весной заявила о начале строительства в Ивановской области животноводческого комплекса. Сейчас в Гаврилово-Посадском районе полным ходом идет строительство свинофермы закрытого типа. Но на этом сотрудничество предприятия с регионом не заканчивается. Вадим Дымов, генеральный директор компании, встретился с губернатором, чтобы обсудить планы по расширению. Я считаю, что климат такой, что строй и как говорится, строй не хочу. Поэтому спасибо большое. Есть идея, вот хотел вам ее озвучить. Если, в принципе, все будет благоволить, то удвоить объемы и в 2020 году попытаться построить зеркальный такой же комплекс. Ну, будем искать площадку, думаю, вот с вашей помощью найдем. Мы не просто согласуем, если нужна какая-то поддержка, мы ее окажем. Я правильно понимаю, речь идет об удвоении ваших инвестиций в область? Да, речь идет о том, сейчас у нас 2500 свиноматок, это где-то около 6000 тонн мяса по году. И если удвоение, то 12000 тонн мяса, что позволит, в принципе, Ивановской области быть номер один вот в этом Приморском регионе по мясу. Инвестиции в землю, в сельское хозяйство дают сразу, да, эффект на все остальные отрасли. Мы сегодня говорили, да, и строительство, и газификацию, и ветеринарку, все что угодно, растениеводство, образование, потому что все это начинает тяготеть одно к одному. Поэтому я думаю, что эффект будет достаточно крепкий. Инвестиции, как сказал губернатор, одни из самые большие за последние, по-моему, 12 лет в область делаются. Я надеюсь, что это как-то отразится вот на регионе, на собираемости налогов. Первый комплекс, строительство которого уже ведется в поселке Петровский, позволит обеспечить рабочими местами более 200 человек и принесет в бюджет региона порядка 2 миллиардов рублей. Второй удвоит эти показатели, что окончательно закрепит за Гавпосадом статус сельскохозяйственного центра региона. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.